Делаем глубокий вдох и медленный выдох. Глубокий вдох и медленный выдох. Все внимание направляем на наше сердце. Чувствуем, как оно бьется. Наблюдаем за нашими легкими, как они наполняются воздухом, кислородом самого лучшего качества. И выдыхаем все напряжение. Выдыхаем все сомнения. Выдыхаем все страхи и готовимся с вами к самому прекрасному дню в нашей жизни. Мы войдем в этот день легкими и расслабленными, уверенными и спокойными, рассудительными и воодушевленными. Мы будем разглядывать сегодня прекрасных людей, цветы, небо, траву, деревья, автомобили, птиц в небе, себя. Мы будем смотреть на свои руки и благодарить их, смотреть на свои ноги и благодарить их, смотреть на свое отражение в зеркале и любоваться собой, своими глазами, губами, волосами, линией шеи, почувствуйте, как ваше тело становится очень легким. Вы получили только что прекрасные загрузки, которые позволяют вам гармонизировать свое состояние, свою ауру. И в этом прекрасном состоянии наблюдайте за моим голосом, следуйте за ним. Представьте, как в вашем сердце рождается лучик света. Этот лучик растет с каждым мгновением, усиливая себя и заполняя все ваше сердце. И вот наступает момент, когда этот луч света заполняет все ваше тело, и ваша кожа словно светится изнутри. Свет, который исходит из вашего сердца, выходит за пределы вашего тела. Он окутывает все пространство вокруг вас. Он заполняет всю комнату, в которой вы находитесь, а затем и весь дом. И мысленно мы открываем окна и выпускаем этот свет в мир. Он начинает окутывать каждого человека на вашем пути. Все, что есть вокруг, все дома и здания, деревья, цветы. Ваш свет касается каждой частички на этой земле и поднимается вверх к небу, касается неба, проходит сквозь облака и встречается с открытым космосом, соединяя с собой все, что есть, и достигая белого жемчужного света. Теперь вы — это все, что есть.
все, что есть, это вы. Осознайте и почувствуйте, я и есть любовь. Я есть радость. Я есть изобилие. Станьте любовью, станьте радостью, станьте изобилием. Почувствуйте момент сейчас, именно это утро. Представьте свой день, каким он будет прекрасным, радостным, счастливым, удачным для каждого из нас. Представьте, как вы с легкостью входите в этот день с улыбкой на лице. И вы знаете, что такое радость, как это радоваться, как это чувствуется, ощущение радости. А давайте вспомним и обучимся знать, как радуются дети. Беззаботно, легко, открыто, проявляя свои чувства и эмоции. Они всегда говорят, когда им нравится. Я знаю, как это чувствуется, восхищаться этим миром. Я восхищаюсь. И представим, что мы направляем любовь каждому человеку из нашего сегодняшнего дня. Все люди, с кем вы сегодня будете встречаться взглядами, разговаривать, прикасаться. Каждый из них получит прямо сейчас порцию любви. Может быть, это таксист, который везет вас до работы, водитель автобуса, бабушка, которая идет к вам навстречу с тростью. Дети, которые играют во дворе, ваш начальник, ваши коллеги, подруга, которая звонит в обеденный перерыв, мама, которой вы можете позвонить или вспомнить ее, ваши дети, супруг. Пусть каждый человек, с которым вы сегодня встречаетесь и соприкасаетесь, почувствует вашу любовь. Давайте обучимся знать, как это чувствуется, когда я дарю любовь этому миру. Я знаю, как это чувствуется, проявлять свои чувства. Проявлять свои чувства для меня безопасно. И представьте себя под водопадом из белого жемчужного света. И как вы наполняетесь энергией, любовью, вдохновением, воодушевлением. И сделайте глубокий вдох, медленный выдох. И когда будете готовы, можно открыть глаза.